Hey, guys, с вами Шмики, мы продолжаем Bloodstained проходить игру или Bloodstained. Короче, Кастельвания в женском виде. За Мэриан. Я сейчас, короче, одну вещь заметил. Уже новый день съемок, поэтому... Кое-что новое я узнал. Летающий меч. Я смотрю, что здесь всего лишь урон 18. Почему-то. Почему я этого раньше не заметил? И у нас новый меч появился. Невидимый клинок. Клинок, ставший невидимым благодаря волшебству. Мне вот что интересно. Он-то невидимый, да? Ну, типа, радиус можно определить по взмаху. На плюс 10 будет больше урона, но... Здесь же у нас элемент дальности атаки. Ладненько, полетели. Я бы такой, чтобы... Найти где-то телепорт по-быстрому. О, плюс кристалл. Тепса отсвет. Так, мне нужно что? Карта, подождите. А, телепорт у нас далеко. Ладно, давайте тогда вниз. О. Да я его так, думаю, грохнул. Изи. Так, новый осколок. Направленный щит. Призовите щит, который может смотреть в любое направление. О! Ага, жакийский жилет. Я на самом деле думал, что там проход есть. Так, эластичная одежда для верхней езды. Защита хорошая. На минус 2. Не, атака падает. Не хочу. Битва с боссом. Сейчас. Давай. Надеюсь, не просру. Что-то мне не нравится это. Ох. Ох ты ж, ё-моё. Ох ты, ё-моё. И как мне с этим драться? Воу! Просто бежим, просто бежим. Тихо. Короче, нужно просто бежать, когда они идут. Все? Стоять снаряжение, я понял. А, инвентарь. Так мало. Манать. Тихо, вот это мне не нравится.
тихо, бежим. Сколько мне вам... Тихо, вот здесь нужно инвентарь, зелья. Все? Да ладно. Я грохнул их. Так, дыхание инферно. Дышите пламенем и выбранное направление. Сундук. Бромид серебро. Это как раз то, что мне нужно. А я читал на этой насчет бромина серебра. Фигня в чем? Если бы я этот файт просрал, мне бы... Я бы не получил этот сундук. Потому что если мы просираем, сундук у нас пустой. Как-то так. Ну, я, как видите, выиграл поединок. А да, мне пришлось хилочки потратить. И вы хотите сказать, что это оружие плохое? Уж нет. Благодаря ему я хотя бы могу, типа, прыгать и сразу атаковать. Чё у нас? Ладно, подождите. Архивы. Демоны. Это у нас Валак. Двуголовый демон-дракон. Так. Правящий башней. Дыхание инферно. Скорее всего, это вот тот, типа, какой они юзали огонь, но это херня. И я хочу еще одну вещь сделать. Это, подождите. Так, 34. Мне интересно тут момент. Так, инвентарь. Так, стоять назад. Имбирь. Специи, предыдущее блюдо свежести. Так, не то. А я могу это съесть. За первый раз, видите, типа я бонус получаю. Или я бонус за первый раз я могу сам выбирать. Пицца. Сердце жабы. Сердце лучше даже не говорить чего. Зловещий глаз, дурной глаз, буквально. Жутковато выпученные глаза яблоко. Странная кожа, кожа с необычным расцветом. Плевищая кожа. Толстая шкура демона льва. Кожа пса, шкура демонической собаки. Так, страшная тряпка. Клочок ткани, который когда-то носил демон. Пыль феи, сверкающая пыль из чешуи с крыльев феи. Уши лили. Уши ползучий получеловека. Так мало тесьма. Мембрана крыла летучей мыши. Перо громоздкой птицы. Так, легко, но прочное перо. Горгулий камень, обломок от горгулия. Крепкая оболочка, череп. Но я не вижу смысла это все читать. Бромид серебро. Так, особый минерал нужно для производства фотографий. Опа. Лучшие прически. Рецепты. Я не знаю, куда рецепты девать нам. Ладненько, давайте тогда в другую сторону. И снизу. Снизу, скорее всего, это там, где мы... Типа в тупик, помните, влазили? Давайте сюда пробежим, посмотрим, что здесь у нас. Мне бы сохраниться. Ну, скорее всего, просто подниму сейчас самый верх. А там стоять. Т-М. А я сейчас внизу. Или отсюда я могу, в принципе, сейчас добраться. Нет, давайте я хочу в телепорт. Мне нужно телепортнуться. Я хочу посмотреть, что мне нужно для улучшения моих двойных прыжков и все такое. Так, здесь мы обвалились. Мне кажется, я так быстрее немного передвигаюсь. Карту мы должны все открыть, потому что открытие карты — это процент для меня. Процент для меня, да, падали мы высоко. В принципе, там у нас есть телепорт.
С башни вниз, вниз. А, мне все равно фотография нужна. Мне все равно нужна фотография, потому что мне нужен телепорт. Да, так намного быстрее, чем просто так бежать, хотя. Да, она быстрее подкаты делает. Я уже почти наверху. Вижу уже проход. Оружие, блин, я не знаю, жалко, что здесь оружие нельзя затачивать. О, это где мы юзали свою пилу. Так, здесь можно наверх попасть. Нет, нельзя, ладно. Нужно смотреть, может где-то в потолке есть секреты. Нельзя. Вот тут, мне кажется, что-то есть. Скорее всего, ну блин, это с другой стороны, да? Так, сохраняемся. И валим, короче, с вами наверх. Плевать. Или подожди. Мне сюда нужно? Мы же там лифт, да, открыли? У нас там открытый лифт, что мне позволит, в принципе, просто заюзать лифт. Логично. И как раз там у нас телепорт есть по пути. Книги. Нужно еще книги будет улучшить. Потому что они довольно блокируют получение урона мною. Так. Полетели. У нас как раз с вами уже босс был с вами. То есть на интро... На интро... Блин, не интро, как она называется? Бля, не помню. Аутро и интро — это вообще начало и конец видео. Давайте сразу сходим за картохой. То, что у нас выросло. А можно, в принципе, сходить сразу и купить. Давай сразу схожу, сделаю фото, куплю. А, нужно еще на хавчик скупиться. Блин, а мне хил нужен. Давайте хил купим. Я нашел нужные материалы. Тогда давай сделаем несколько фотографий. Расслабься, ты слишком серьезно. Улыбаться по команде не просто, знаешь ли. Ты уж так, постарайся и не двигайся, сиди неподвижно, пока я не скажу. И можно выдыхать. Наконец-то. Все готово, можешь двигаться, если хочешь. Ух, вот одна фотография, сохрани ее на память. Выглядит точно как... Так же, как я. Как странно. Так, здесь секрет стал. Так, так, так. Картошка фри. Я хочу купить хил. I have buy and heal. Me need heal. Please give me heal. А что еще у тебя есть? Подожди. У тебя есть... Го, картошку куплю. Да. Что здесь у тебя еще есть? Зелье давай купим. 5 штук. Да. Спасибо, если понадобится, я буду здесь. Так, го к алхимику. Я сейчас чекну, что... Что мне нужно? Ты хорошо так. Давай, подожди.
Я хочу посмотреть, если разберу этот меч. Призрачный. Ага. Там довольно много дается. Подожди, а если я типа приготовлю? А это еда. Так, это по сути то, что я уже отведывал, да? Поглощено, да. Так, рис у меня есть. Жалко, что ему нельзя, не могу дать помидору, чтобы он мне посадил. Ух ты, я могу довольно сильно повысить себе хпшку. Морской еж у нас есть, а у нас одна штука. Можно пойти пофармить как бы их. Подожди, мне нужна картошка фри. Есть, так. Стой, а где это? Оно должно быть на квадратной тарелке. Лимон, яблочный пирог. Вот, жареная картошка. Мне вот это нужно. Мука и масло моко. Подожди, назад. Погодите, подожди, где это было? Ты хотел сложение плюс один? Окей. Если когда-нибудь встретишься демона по имени Бал, беги. Пока не встречала. А почему? Потому что он сильнейший из 72 демонов. Бегство — единственное, что сможет тебя спасти. А мы его встречали. Подожди, давай усилить осколок. Ты так говорю за этот осколок, да? Витраж. Хотя я могу это даже улучшить. День. Направленный щит. Дыхание инферно. Выпускать стрелу выбрано так. У нас есть меч. Тяжелые рапиры. Дубины и одноручные мечи. Длинный меч мне нужен. Крыло феи. Блин, чтобы один крылья феи выбивать. Вот цвет. А, призывает призрака и отправлять его во врага. Мне нужно... Как моей называется? Подожди, мне нужно... Блеск, вихрь, призрака, Буэра, льва, отправляет его атакующий вперед и диагонали, защищает барьер. Призывает полтергейста. Приятная компания мне нужна. Так, все, я прокачал, да, то? Не торопись. А что нам нужно было? Подожди, 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 что там нужно было мне? Масло, мука. Масло, мука плюс давайте с... Ладно. Масло, мука. Hello. Купить. What are you looking to buy? Мне нужно масло. А, у меня еще картофель есть, я ж купил точно. Хотя нет масла. Мука есть. Так, зла, которая есть почти в каждом этом. А где мне масло взять? Лан? Тогда все. Идемте. Что есть новенького? Серебро. А что это у нас просило? Крылья, да, кажется? Что около могил стоит? У меня кукуруза выросла. Сади картоху. А мы с вами
Подождите, там сейф есть? А, в принципе, есть сейф. Мы туда все равно сейчас пойдем. Нам нужно... Помните, там, где мы ходили, там поезд еще был? Там, в принципе, туда сейчас и нужно отправляться. Блин, можно было хавчик, в принципе, создать, какой я могу, в принципе, сейчас создать. Блин, я не знаю, где мне будет лучше. Сверху начинать идти. Давайте сверху направо. Потом спустимся вниз. Я как раз не помню, что у нас справа было. Теперь вспомнил. Так, в принципе. Вниз, вниз. Ой, ты там, короче, круг такой делал, нахер надо. Давайте я, наверное, все-таки в настройки зайду и верну карту на Т, как она и была. Стой. Сюда. Я забыл сохранить. Настройки. Т. 5, да. Ага. Вот сундук, в принципе, который мне нужен. Но, блин, туда я хер попаду. Потому что там мне преграждает путь это вот эта херовина. Ни хера. Крылья. Пыль. Чем хорош данный меч? Я могу... Ой. Не мучиться. И атаковать все, что движется, в принципе. Я ваншочу их. Мне норма. Так, дуб. Ну, это сундуки бесконечности. Где мы встречали? Что наверх? Наверх я не могу попасть. Хотя, двойной прыжок у меня есть. Так, лунный пояс. Воу! Я сейчас на секунду забыл про это место. На секундочку забылся. Так, стоять снаряжением. Лунный пояс. Пояс с изображением луны. Улучшаешь способности отдыха. Как? Походу из них только пыль падает. Давай посмотрим. Не понял прикола, ну ладно. Маска. Эликсир фей. Но это тоже типа не то. Так, это оно. Чтоб я не зря не бежал. Да, это оно. Это место, куда нам нужно. О, короче, в чем фигня? Короче, я вам же рассказал, да, что если б меня тот дракон бы убил, то я бы, в принципе, отъехал.
Но в принципе нам с вами довольно все повезло. В плане того, что я молодец. Так, против дробящих. Повышает сопротивление дробящих атак. Короче, всего это к врагам, которые дробящим наносят. При атаке лучше приседать, потому что, типа, мы делаем только прямой, то есть колющий удар. А режущий удар мы не проходим. Короче, если бы сундук был бы тут открыт, я бы не получил херовину, которая у нас сейчас есть. А значит, я бы не... Чё? В смысле, у меня ж есть инвентарь. Так, свежий плод церковных исследований. Расплывчатая фотография. Ну? О, у меня ж есть, алло. Вот. Вы что, гоните? Вот он. И назад. Походу, я еще не могу. Странно. Хотя я получил, я сделал фотографию, меня должны были пропустить. Походу, я чего-то да и не знаю. Хо, а я видели, кинжал отбиваю. Вражеский кинжал отбиваю-то. Да, это максимум срано, почему я не могу получить билет. Проходной, типа, билет. Тогда... Фырчище, что я получил? Тогда вариант у нас другой. Чё мне делать? Снаряжение. Топ-НТ. Я не знаю тогда, куда мне идти. Типа, мне нужно идти как-то сюда, но... Я не могу там пройти. Вай. Наверх. Мы тут все уже открыли. Вот здесь что-то есть. И здесь что-то есть. Я туда попасть не могу. Вот здесь есть проход. Есть вот здесь проход. Окей. Так. Неясно, непонятно. Вообще непонятно. Молоко заберем. Так. Я забираю просто то, что тут лежит, да и все. А хотя у меня там проход, да, есть. Да. А, у меня там внизу проход есть. Ну давай. По-быстрому. Воу! Слезы ведьмы. Чё-то... А. А-а-а. Ну да, мы так же все это делали. Квак. Минус квак. Ха. Жаба вперед. Сразу два кристалла. Блин, а как их превращать в навык?
У меня же тогда двойного прыжка не было, а теперь у меня есть. Так, шкура. Львиная шкура. Шкура, 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 шкура. Давайте я по-быстрому сохранюсь, немного еще пробежим, посмотрим. Потом закончим. Но мне это вообще идеально, потому что мне даже не нужно к нему очень близко подходить. Плюс левел ап. В принципе, могу здесь попытаться залезть, да. Карий порошок, опа. Карий рецепт. И картина. Мои картинки. Только жалко, что оно только работает на одну комнату. Опа. Найс. Секрет мест. А, стоит. Бенджамин? Что ты здесь делаешь? О, извини, я в последний момент вспомнил тот огромный водопад, который я так видел. Пути и Эн. Мне что-то тебе так стукнуть? Я же сказал, извини. Может, еще раз попробуем? О, у меня размягчителя 2. Давай, нам. Да. О, спасибо, что принесла это. Не забудь, думай только о доме, о своем доме. Но знаешь, я же не тупой. О, позволь-ка мне напоследок тебе за помощь вот это. Я так полагаю, сработало или нет? Файв! Это много. Плюс соточка. Чё? Стул, который живой. Серьезно? Архивы. Демоны. Так, демон. Это у нас какой демон? Так, это неизвестный. Небритый жопа. А, мимик стул. Существо, притворяющее стулом и подвигающее уставших путников. Поджидающее. Найс. По идее, с той стороны тоже у нас всякие есть моментики. Туда нужно еще попасть. Вот, видите, жаб я могу просто выносить на раз. А вот в воду мне, так сказать, не попасть. Потому что я плавать все еще не могу. И у меня нету... никаких даже способностей связаны с этим. Я, наверное, только сюда могу пойти. А, и тут, в принципе, тоже ничего такого нету. Ясно. Ну, давайте тогда поднимемся, я сохранюсь и... продолжим, когда я пойму, где взять мне эту фотографию. Опа, я что-то сломал. О, плюс мана. Найс. Да, здесь все нужно ломать, короче, проверять. Поэтому, ну, я не уверен, что в этих стенках будет что-то, потому что это безопасная комната. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.